привет, с вами Бивер и настольные игры. И сегодня именно в этом видео я хотел бы вам рассказать и показать, что же лежит в коробке с настольной игрой «Лес. Легенды о Мантикоре» от Bombad Games, новое издание. Итак, ну что ж, перед нами сейчас и находится игра «Лес. Легенда про Мантикору». Это новое издание от Bombad Games. Я думаю, пришло время взглянуть, что же находится внутри. Пленочку я уже снял. Поехали. Внутри коробки нас ожидает немало пустого места. Но первое, что нас встречает, это правила игры. Правила игры у нас на двух языках, на русском и на украинском. Я сначала подумал, что на украинском немножко потоньше, но нет. Глянцевый буклет правил. Продолжаем вглядываться внутрь коробки. И тут у нас есть два планшета с разнообразными гексагональными жетонами. Все жетоны у нас глянцевые, вот, односторонние. С одной стороны у нас получается однотонные они, с другой стороны вот такие. Это жетоны каких-то, я не знаю, дорог, наверное. Давайте посмотрим, насколько качественная вырубка. Ну, плотновато идет, конечно. Оторвался. Второй давайте попробуем. Ну да. Немножко, конечно, плотненько идет. Но сказать, что очень плохая вырубка, я тоже не могу. Нет никаких таких явных заусенец. Довольно-таки неплохо сделаны гексы, плотненькие относительно. Вот. На картон наклеено получается вот такой вот пирожок получается в жетоне. Вот. Ну, вполне себе плотно, крепко сидит. Достанем пару жетонов таких вот ачивок, я так понимаю. Ну, плотновато выдавливается, конечно, но выдавливается и не рвется. Нормальное качество, хорошее. Заглядываем дальше и видим планшет с персонажами. Вот что-что, а персонажи в этой игре действительно качественно сделаны. Я на ощупь прям беру их, и очень качественный, конечно, картон по сравнению с теми жетонами, которые были перед этим. Эти на порядок лучше. Мантикора он практически сразу же выдавился, остальные персонажи тоже, вырубка отличная просто. Ну, хоть чуть-чуть и задевается, но поверьте, это мелочи. Очень плотный, красивый такой картон, арт хороший тоже очень. Пропечатано все ярко. Сразу же в коробочке идут вот такие вот подставочки под этих всех персонажей. Вот подставочка. Вот, в принципе, эти персонажики стоят, никаких проблем нет в этом всем. Хорошо стоят. Дальше у нас какие-то жетоны оружия, видимо. Они прям повыпадали у меня уже из рук. И из самой планшетки. Ну, тоненький картон. Я бы даже сказал, наверное, 350-й, может быть 400-й. Очень тоненький, в принципе. Планшеты игроков и самой Мантикоры. Планшеты двухсторонние. С одной стороны женский персонаж, с другой мужской. И только Мантикора, она с двух сторон одинаковая. Дальше какой-то зиплок, я так понимаю, с жетонами здоровья. И еще с чем-то. Так, тут у нас жетончики здоровья. Буклет с настольными играми от Bombad Games. И большая планшетка Мантикоры. Не знаю, куда ее вставлять. Может быть, это такой монстр. Может, еще чего. Ну, в общем, вот так. Последнее, что осталось здесь, это центральное поле. Не очень толстый картон, немножко фолдит. Но я думаю, с этим можно будет решить, немного его придавив. В общем, все это и находится внутри коробки с игрой «Лес. Легенда про Мантикору». Ну что ж, вот такие вот компоненты у нас в коробочке с настольной игрой «Лес. Легенды о Мантикоре». Кому понравилось это видео и, надеюсь, было полезно, не забудьте поставить лайк, а также подписывайтесь на канал, будет много интересного. Спасибо за внимание, на этом все. С вами был Бивер и настольные игры. Еще увидимся!